така невеличка модель. Ось запускається з руки і планує. Спочатку, поки небагато вмієш, то дається, легенькі моделі даються, а вже розвиваєшся потрохи і можна робити щось більш складне. Сначала посмотрел в интернете, как люди пускают такие модели, и захотел тоже такое сделать. Корпус сделанный из пенопласта, мотор можно купить, и аккумулятор тоже надо купить. У нас мастерская спонсируется плохо, чаще всего на индивидуальной основе. Мы сами себе спонсоры и сами это как хобби. Уже я больше стал уже как, ну, не могу сказать, что учеником, но я так уже могу и помогать. Я помогаю дальше воспитывать таких же учеников и поддерживаю и финансово, морально. И физически. Много чего делать приходится, фрезеровать, что-то паять даже. У меня мальчики приходят, которые там попаять что-то могут. Я им даю там какую-то работу, они там паяют паяльники. Я и это могу, ну, как бы обучить этому всему. Ну, помимо того, что мы там все вот эти вот все вот стадии проходим, не только там работа с пенопластом, работа с металлом, работа с клеями с какими-то. То есть знание клеев надо. То есть, ну, не просто так. То есть шуруповерт держать в руках. О, тоже научить надо.